подъехали, нас спешить. Отражатели восстанавливать. Возможности защиту ему на колени. Я у нас специалист, как ездит. Памятку прочитайте. Вы как старший брат, прочитайте. Вот видите, сколько написано. Что вам запрещается, что ехать. Хорошо, что едете без наушников. Наушниками запрещается пользоваться. Наушников нельзя. Ничего не слышишь, потому что на улице. Подождите секунду. Подождите секунду. Чего хоть? Кому будет? Послушаю, говорю. Здравствуйте. Городской отдел ГИБДМР полиции Громов. Проводится профилактический рейд. Называется велосипедист. Документы ваши, пожалуйста. Именно на что документы? Ваши документы, удостоверяющие личность. Я с собой не вожу. Конституция Российской Федерации. А я к собой не вожу. Вы нарушите сейчас пункт правил дорожного движения 22. Здесь что-то пешеходная зона. И велосипедный тоже. А пешеходный переход у нас. Если велосипедный, пешеходный. Вы через проезжую часть переезжаете на пешеходному переходу. Они обязаны остановиться. На велосипеде. Они обязаны остановиться. А вы должны... Проходящих, в том-то и дело, а не переезжающих. А он не осторожный было бы, извините, виноваты были бы вы. Я с чего? Если он меня сбил, он будет он виноват. Потому что нет. Вы сами общаетесь. Вот каждый третий ездит. Здравствуйте. Давайте я расскажу. Вы сейчас тоже увидели? Полиция из Крадумы. Скажите, пожалуйста, вы выезжаете вниз куда-то, пешеходный переход? Да, я хотел взять пешеходный. Что, почему? Тороплюсь. Хорошо. А если у сейчас автомобиль вас не заметит? Если автомобиль вас не заметит? 200-300 тысяч.